Акция «Сутки в дежурной части» проходит ежегодно. Главная цель ее проведения – привлечь внимание общественности к работе правоохранительных органов. 30 марта вместе с сотрудниками полиции на дежурство заступили представители общественного совета города Рассказово. Акция «Сутки в дежурной части» прошла во всех городах и районах Тамбовской области. 30 марта вместе с сотрудниками полиции на дежурство заступили представители общественного совета. Целью данной акции является проконтролировать работу полиции. Помимо этого, сотрудники общественного совета могут высказать имеющиеся предложения или замечания. Сутки дежурной части, которая проводится ежегодно, у нас стала проводиться традицией информационно-правительской акции. Сутки дежурной части дают, конечно, многое. Во-первых, мы видим, как работают сами сотрудники полиции, их отношение к гражданам, которые приходят сюда с тем или иным заявлением по тому или иному происшествию. Сутки в дежурной части проводятся ежегодно. По словам работников полиции, совместные дежурства помогают им взглянуть на свою работу иначе, выявить недостатки и повысить уровень эффективности при работе с населением. Участникам общественного совета предстоит подвести итоги дежурства и составить рекомендации для сотрудников УМВД России «Рассказовский». Ольга Жукова, Никита Желтов, новости ТВ «Рассказово».